Так, вот так перезимовала у нас озимая пшеница Лиговская 4. В принципе, по монолитам у нас выпадов не было. И зима была достаточно мягкая. Хотя всходы были не самые лучшие. Ушла в зиму, не распустилась. Фаза 2, 3 листочка. То есть не в фазу кущения. Конечно, весна еще не закончилась. Зима еще не совсем отступила, но все равно, даже если будет возврат заморозков, надеемся, что ущерба уже никакого не будет. В принципе, в прошлом году такая же история была на таких же ослабленных участках. И, кстати, даже по Льговской у нас выпадов не было, и даже результаты неплохие были. Даже на позднем севе, там, где тоже не было кущения, мы смогли получить хорошие результаты из-за того, что кущение было весной, благодаря ранней весне. Ранней, ну, она была резкой, конечно, но все равно, но прохладная. В принципе, вот такая вот картина. Земля еще мерзлая, то есть сантиметра 4 грунт такую глубину оттаял, а дальше минусы еще пока держит. И та влага, которая на поверхности, в принципе, весь снег, который тает, он уходит. Уходит не в почву, а уходит в реки, во враги. И все. Такая вот картина по Льговской. Четвертый. Предшественник здесь был горох. Удобрений никаких абсолютно не вносили. Посмотрим, что будет на этом поле чуть позже.